Наш маршрут сегодня на Нахальгатон, на Нахальгзив. Очень много воды. Север Израиля. Вперед! Так вот, вот он наш первый даунхилл. Мы его круто съезжаем. Давай, давай, чтобы пыль летела. Хорошая сыпучка, кстати. Прикольно. Опа, Игорь, найден ручей. Вот найден ручей. Гатон. Маленький тончик, да. Нет, это гатончик. Гатон еще впереди. Купаться еще нельзя, но уже кое-что. Да, уже вода появилась. Обгони. Дожди нас. Быстрая камера. Да. Они здесь не ищут. Смотри, они возвращаются. Да, они вернутся. Здесь же, это же ручей. Сразу такие становятся белесы. Давай немножко. Что, мне не слушай на заднее? Конечно нет, уехать надо. Тем более Саня там нас ждет с пивом. Давай. Ладно уж. Подъем. Я не сядь, не спусти. О, вот так вот. Буду в Африке вспоминать. Покатушки. Да. Среди бегемотов и слонов. Хоть Google, хоть YouTube. Прям Клондайк. Игорь, это вариант. Догоняем. Далекой Африке. Паша. Так, ну ладно. Если я буду падать, это будет на твоей совести. Как считается? Если меня собачка это укусит, хоть будем знать, кого искать. Ну а Семен уже покатался, нет? Будет еще небольшой подъем. Да, оставь, уже никакого подъема. Да, просто оставь. Аккуратно. Игорь, давай второй чайник. Вы будете с собой чайники достать? Да, конечно. Мы спускаемся к Нахалю Гзив. Такой приятный, красивый зеленый спуск.
Молодец. Начало маршрута на Нахаль-Гзив. Вот это вот начало, покажи вот большим планом. Это начало зумируй реки Гзив. И отсюда маршрут проходит по руслу реки, вдоль реки, по самому низу, через замок Монфор. Мы увидим замок Монфор снизу. А посередине будет трапеза с... Да. Ну хорошо, вперед. Поехали. А там еще маленький кусочек пешеходный будет. Где это? Маленький пешеходный кусочек, вон маленький. На Нахаль-Гзив сейчас. Да. Погоняете? Да. Ну, ребята, кто со мной? Я! Да. Шимон, лови рыбу, сейчас будем жарить. Это поймал. Это заповедник. Господи. Замок Монфорт. Господа, мы до него добрались. В таком красивом месте. Крестоносцы знали, что они сделали и где нужно строить. Чистый малинник. Давай, срывай малину. Не, малинник крапивый. Малинник с крапивой, до первого падения и еду. Ну, смелее. Молодец. Я начинаю себя чувствовать кинозвездой. О, то ли еще будет. И вот на озере как бы это вовремя. Да. У вас-то чудеса у нас. Ой.
Ну это ковбой прямо. Я не знаю, на следующей неделе, может быть, да. Когда ты улетаешь? Я улетаю через 3-го. 3-го это еще неделя, да? 3-го это еще неделя. Выходные у тебя будут еще или нет? Ну что, Леня, будут. Тогда давайте. За удачную твою поездку, с возвращением тебя, со скорейшим. Полин! Ты не брала эту резину? Ну тут ты пропускаешь. Ребят, да на меня только продукт перевозить. Я могу, вот, это вот максимум, что я могу. А максимум больше не требует. Вдыхаем. Вот, вот, видите? Тебе еще рано. Вот так вот. Собьешься? Ладно, ребята, давайте. Чем? Ну, давай, будь здоров. Да, я, конечно, понимаю, что тебе хочется это самое. А, вот.